Привет, меня зовут Томас, я американский юрист, и я расскажу вам про выборы в США. Наши выборы не прямые. Президента не выбирают граждане. Точнее, не совсем граждане. У каждого штата есть выборщики. Чем больше людей в штате, тем больше выборщики в штате. Всего их 538. То, чего все ждут сегодня, не совсем выборы. Жители каждого штата просто решат, за кого будут голосовать их выборщики. То есть, если большинство в Техасе решит, что им милее всех Трамп, если... то выборщикам придется голосовать за него. Для победы кандидата нужно набрать больше 270 голосов. Хотя бывают исключения. Иногда выборщики внезапно берут и голосуют не так, как им поручили избиратели. Как правило, в выборах участвуют кандидаты от двух партий. Демократия и республиканцы. Первые делают вид, что они выступают за права меньшинств и либеральные ценности. Вторые – консерваторы. За пушки и стены по периметру страны. Я, кажется, знаю, за кого голосовали бы в России. Праймерис. Это процедура, придуманная партиями, чтобы определить собственного кандидата на выборы. Раньше кандидатов выбирали узким партийным кругом. Но процедура стала демократичнее. И теперь в них участвует вся страна. И праймериз — это уже реальное голосование с кабинками и подсчетами голосов. Что ж, теперь вы знаете, как сегодня в Америке к власти придет либо любительница мемов, либо один из наших самых богатых сексистов и расистов. А я пока, пожалуй, останусь в Москве.